свои 10 лет Лилия Сустаева побывала на различных международных, всероссийских конкурсах и фестивалях и неоднократно становилась на них победительницей. В сентябре воспитанница ансамбля русской песни «Забава» вновь взошла на пьедестал. В международном конкурсе «Старт звезды» в Санкт-Петербурге девочка получила диплом лауреата первой степени. Я исполняла песню о России и «Утенышка». Обе песни были сложные. Первую надо было... Первая вообще очень сложная песня. Ее где-то были высокие, где-то низкие ноты. Тем более ее надо было исполнить душевно. А другая, капельная, она сложна уже сама по себе. Лауреатом первой степени на конкурсе «Старт звезды» стала и Пелагея Димитрова. Девочка на конкурс представила песни «Гармошечка» и «Весна красна». По словам Пелагеи, выступать на сцене несложно, но волнение присутствует. Я немного сначала боялась, но потому что это ответственный момент, для чего я сюда приехала. Его надо исполнить хорошо. Приглашение на участие в конкурсе девочки получили еще в марте в Казани на международном фестивале «Восточная сказка». Там Пелагея и Лилия стали лауреатами первой степени. Отправиться в Петербург девочки мечтали давно. Они хотели выступить среди лучших вокалистов. Работа артистов оценивала компетентное жюри. Судьи в основном у нас были это Санкт-Петербургская академия искусств и Санкт-Петербургская консерватория. И с Москвы был... Емельянов такой известный в народнических и кругах человек, который, по методике которого учатся многие дети и многие преподаватели используют его методику в своей работе. Сейчас ансамбль русской песни «Забава» готовится к городским мероприятиям. В планах отправиться в те города, где еще не были. Ирина Вшегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.